Поехали. Офицер, когда он представился первый раз, кто? Когда мы увиделись, он сказал: Кирсанов, а у меня сразу белая кость. Так что Сергей Кирсанов хочет взять слово и благодарность объявить Ирине Фадеевой, прекрасной женщине, доброй и любящей, имеющей этот пламень любви. На самом деле, сегодняшний день действительно открыл очень много духовности вот в нашем, грубо говоря, тесном кружке. Вот, и сам антропологический институт это далеко не вгоняющий в антропию, а скорее раскрывающий ее как именно чуждый элемент. И в техническом прогрессе мы развиваемся, мы стремимся к будущему, мы растем и как личности, и как, во всяком случае, в духовном плане. Вот. А касаемо Ирины Климовой Фадеевой, ой, не приведи, Господи, еще и Кирсанова. Вот. Да, ну хорошо, пусть будет так. Вот. Что значит пусть будет? Пусть будет так, как я сказал. Ты говоришь, да будет так. Да будет так. Вот. На самом деле, очень полезно, когда люди начинают открывать не только сердца, сознание, вот, свои внутренние видения. Полезно, когда они начинают видеть что-то особенное не только в человеке, там, в женщине, в мужчине, а то, на что способен действительно человек, как тварь Божия, вот, как даже не тварь, как дитя Божие, как Создатель создал нас по образу и подобию, наверное, не для баловства, значит, над нами еще программа более серьезного отношения к человечеству, и хорошо, что мы друг друга понимаем и дополняем. Вот это, наверное, я сказал. Да, ты интересно сказал, что это было неожиданно. Ладно. Прекрасно. Она согласна.